Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня мы с вами находимся в Махмутларе, и многие из вас здесь не только отдыхают, но и живут. И поэтому именно в Махмутларе мы решили сделать обзор на один из магазинов текстиля, в котором продаются очень качественные товары по хорошим ценам. Магазин называется Эсмахом. Находится он недалеко от границы Махмутлара и Карагаджака. И как его найти? Конечно же, найти этот магазин вы можете по ссылке в описании к этому видео. Я всегда оставляю карту на этот магазин. Находится напротив магазина BIM, поэтому вы никогда не потеряетесь. Ну и, конечно же, как я уже сказала, смотрите ссылку в описании. Махмутлар, магазин Эсмахом. Дорогие друзья, от магазина Эсмахом и от Эсмаганым у нас для вас есть подарки. Эсмаганым, buyurun. Анастасия шоудан геленлере бу хавлумуз хедиедир. Каждый, кто придет в этот магазин от нашего канала, вы получите в подарок вот такое вот небольшое полотенчико. Чок ташекюр эдирум. Спасибо большое. Поэтому приходите и получайте ваши подарки. Гуля, расскажите, пожалуйста, в этом сезоне, да и вообще, что в основном покупают в магазине? Что пользуется самым большим спросом? Ну, в нашем магазине большим спросом пользуются полотенца, постельное белье, ну и нательное белье, это получается пижамы. Так как у нас магазин домашнего текстиля, и очень хорошо идут у нас полотенца, 100% хлопок, размерами 50/90, двухсторонняя махра идет, воду впитывают отлично. Это натуральный хлопок? Натуральный 100% хлопок. Это фирма у нас? Фирма Оздилик. Так как у нас магазин от фабрики Оздилик, и все изделия, которые присутствуют в нашем магазине, все идут прямым поставками с этой фабрики. И в какую цену вот такие вот это полотенце? Вот это полотенце 35 лир, это 50/90 размером, лицевое полотенце. Также есть такого же качества полотенце, 70/140. 70/140, это большое. Банное полотенце, 100% хлопок, двухсторонняя махра. Есть еще эти же полотенца у нас размерчиками 100/150. Это идут супер большие полотенца. Или как у нас в России их любят называть, сауна. Сауна, ага, да. Но это очень большие. Да, большие полотенца. 100% хлопок и двухсторонняя махра. И в какую цену вот эти вот и вот эти? 70/140 полотенца стоит у нас 70 лир. 100/150 размерочками полотенца стоит у нас 110 лир. 110 лир. И да. Они есть разные цвета. Разные, да? Расцветочки, более 10 расцветок есть. И все ходовые цвета, и все красивые расцветки. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот полотенца, вот это вот самый большой размер, который 100/150 самый большой размер. Да. Из полотенц, да, но есть такого же качества. Есть у нас пледы, покрывала. Ими можно укрываться, ими можно заправлять кровать, и их можно использовать как простыни. Да, да, на зимний период как простыни. Но они уже будут размерчиками 160/230, либо 2/230. Ну, как покрывало двуспальное. Да, как двуспальное или полуторка покрывало. Скажите, пожалуйста, очень красивые всегда полотенца темных цветов, но
Как правильно стирать такие полотенца? Полотенца стирать нужно, естественно, конечно, белое с черным нежелательно стирать. Стираются по цветовой гамме. Но цветная стирка, температура стиральной машинки 30-40 градусов. И тогда они не потеряют свой цвет. Не потеряют свой цвет и останутся в таком же состоянии. Они не грубеют, остаются такими же мягкими. Но с каждой стирки еще пышнее тоже будет. Еще пышнее становится, да? Они у нас продаются хорошо и как двухсторонняя махра, так же продаются хорошо жаккардовые полотенца. Цена у них размерчика 50x90, такая же 35 лир. Жаккард это идет тисненный такой рисуночек. Если двухсторонняя махра полотенца мягкие, пушистые, то жаккард чуть-чуть за счет того, что тисненный рисуночек, чуть погрубее кажется. Но бывают разные люди, которые любят пушистое, чтобы прислонялось к телу, кто-то чуть-чуть погрубее. Да, да, да. Вот. Для таких людей вот есть жаккардовое полотенце размерчиком 50x90, лицевое, стоит 35 лир. И это тоже фирма Оздилек? Тоже фирма Оздилек. Тоже фирма Оздилек. Размером 140x70, 70 лир. И размерчиками 100x150, 110 лир. Тоже большие-большие полотенца. И они такие... Можно украсить ванну тем, да, что они взять, очень красивые. Да, повесить вот так вот большой размерчик, средний размерчик И маленький. И красиво будет висеть в ванной. Да. 4 цвета. Это будет голубой, бежевый, розовый и белый. И белый. Все цвета, которые для ванны подходящие, и можно любую ванну украсить нашими полотенцами. Да, такие нежные пастельные цвета. Также есть у нас полотенца, тоже фабрики Оздилек, двухсторонние. Это будут вот такие цветные. Здесь идет размерчиком 50x90 лицевое полотенце, тоже фабрики Оздилек. Одна сторона будет петелечная махра. Вторая сторона такая гладенькая, шлифованная махра, но напоминает по ощущению велюр. Но это не велюр, это тот же самый 100% хлопок. 100% хлопок. А как они впитывают? Впитывают отлично. Все полотенца вообще впитывают у нас очень хорошо. Также стоит 35 лир, размерчиком 50x90, цена 35 лир. Размером 70x140. Побольше. 70 лир. То же самое, двухсторонняя петелечная махра и шлифованная махра. И размерчиками 150. Совсем большие вот эти. 150x100. 110 лир. В трех цветах. В бежевом цвете, в сером цвете. Серый и в розовом цвете для женщин. И в какую цену вот эти вот большие? 110 лир большие 110. Полотенца стоят, 70 лир стоят средние полотенца и 35 лир стоят полотенца для лица. Также есть у нас полотенца для ног. Тоже 100% хлопок. Размерчиками идут 50x70. Фабрика Оздилек. Пропитывает тоже очень хорошо. Разная цветовая гамма. Здесь очень большая цветовая гамма. Стираются в стиральной машинке при температуре 30-40 градусов, не линяют и остаются в таком же состоянии, не деформируются. Есть у нас еще полотенца пляжные. Есть пляжные с логотипами Турции, Алания. Такие яркие. Яркие красивые. Пляжные полотенца, размерчиками идут 90x170. Воду впитывают отлично, расцветочки, очень много разных расцветочек. Тоже двухсторонняя махра. Одной стороны идет петелечная махра, с другой стороны идет шлифованная такая гладенькая. Также у нас есть полотенце, называется пештималь. Пляжные полотенца. Размерчиками тоже идут 70x150. Опять-таки же идет двухсторонняя. С одной стороны петелечная махра, с другой стороны гладенькая. Но они тоньше, чем обычные пляжные полотенца. Сохнут быстро. И вытирает воду, впитывает тоже отлично. Расцветочки тоже разные. Цветовая гамма большая.
Также у нас есть полотенце, подарочные наборы, где вот такой вот упаковочкой очень красивые полотенца, размерчиками 50 на 90, 4 полотенца, наборчик стоит 150 лир, воду впитывает отлично, также фабрика Озделек, разные упаковочки есть. Очень красивый подарочек будет. Есть вот такие моделечки, есть вот такие вот кружевные, цветовая гамма разная идет. У нас в магазине есть халаты банные, мужские, женские, также детские. Детский халатик, он от возраста от годика до 15 лет считаются детские халатики. Цветовая гамма есть желтенькие, голубенькие, розовенькие, беленькие. В детском халатике еще в комплект входит полотенце 50 на 90 детской тематики. Мужской халат. 100% хлопок. Размерчики идут от эмочки до 2XL. Воду впитывают отлично. Легкие, не тяжелые. На мокрое тело одеваешь халат, и в принципе для тела полотенца не нужно. Нужно будет полотенце только для головы. Цена вот этого халата стоит 150 лир. Вот эти халаты стоят 250 лир. Детские халаты стоят 150 лир. В нашем магазине также присутствуют подушки ортопедические, подушки обычные. Есть гусиное перо, есть холофайбер, есть бамбуковые подушки, это наполнитель идет. Верхняя ткань у всех подушек будет 100% хлопок. Также есть у нас в магазине и одеяло. Наполнитель опять же таки идет бамбук, холофайбер, овечья шерсть, но верхняя ткань у всех будет 100% хлопок. Цена подушек идет у нас от 60 лир и выше. А цена одеял у нас будет от 150 лир и выше, в зависимости от размера и от наполнителя внутри. Есть на матраснике, на матрас 100 на 2, 160 на 2 и 180 на 2. Есть на матраснике стеганые двухсторонние, также есть на матраснике водоотталкивающие. Это для тех, у кого маленькие дети или больные, ну, взрослые люди, если есть. Очень удобные они, не промокают и воду не пропускают. Матрас остается у вас чистым, вам надо будет только заменить простынь и все. Цена этих на матрасников, стеганые на матрасники, евроразмерчики будут 160 лир, полуторки будут 140 лир, водоотталкивающие на матрасники идут от 90 лир и выше. Размерчики водоотталкивающих на матрасников есть от 70 на 2, 90 на 2, 120 на 2, 160 на 2. Цена от 70 лир до 120 лир. В нашем магазине также есть и кухонные полотенца, которые каждой хозяйке самое необходимое для дома. Полотенчики идут в наборах, полотенчики есть одно, одиночные. И вот таких вот подарочных упаковочных коробочках. Полотенчики опять-таки 100% хлопок, воду впитывают отлично. Есть махровые размерчиками 30 на 50, есть вафельные размерчиками 40 на 60. И в какую цену вот эти? Вот эти полотенчики стоят 25 лир. Наборчик вот этих полотенчиков стоит 50 лир. Наборчик вот таких вот полотенчиков стоит 35 лир. Здесь два полотенца идут. Одно будет вафельное, одно будет махровое. Вафельное для того, чтобы вытирать посуду, оно не будет оставлять ворсиночки. А махровое после того, как приготовили или помыли посуду, вытереть руки. В нашем магазине еще есть постельное белье, полуторка и евроразмерчики идут. Полуторное постельное белье хлопковое, 100% хлопок, стоит 200 лир. Размерчики идут под одеяльником 1,60 на 2,20, простыня будет 2,40 на 2,80 и наволочка будет 50 на 70. 100% хлопок будет, цена этого комплекта будет 200 лир. Цена евроразмерчика 100% хлопка будет стоить 250 лир. Пододеяльник здесь будет 2 на 2,20. Простыня будет 2,40 на 2,60. И наволочки будут 50 на 70. Эти же размеры есть у нас постельного белья из ткани сатин, из ткани ранфорс и ткань поплин. Цены этих постельного белья полуторки будут 240 и 300 и 400 лир,
А евроразмерчиков они будут стоить 250 лир, 300 лир, 500 лир, 620 лир, 750 лир. 750 лир, которые стоят постельное белье, они будут с вышивкой. Ткань будет там сатин. Также у нас есть постельное белье, семейный комплект, где будут два пододеяльника. Пододеяльник 1,60 на 2,20 метра. Две штуки, простыня будет 2,40, 2,60 и 4 наволочки, 2 наволочки, из которых будет 50 на 70, 2 наволочки будут и с размерчиками 70 на 70. Есть постельное белье у нас King Size, где будет пододеяльник 2,40 на 2,20, простыня будет 2,60 на 2,80 и также 4 наволочки, 50 на 70, 2 штуки и 70 на 70 штуки. Они постельное белье будет из ткани хлопок, сатин, поплин, ранфорс. Рисуночек 3D, очень красивый. И все цветные они идут. Ткань будет хлопок 100%. Также у нас есть покрывало на кровать. Покрывало есть 2,60 на 2,60 плюс 2 наволочки. Покрывало гобеленовое. Покрывало 100% хлопок, как цветные. 2,50 на 2,60 размерчиками. И покрывала цветные полуторка размерчиками 1,80 на 2,50 метра. Полуторка цена будет 230 лир. 100% хлопок, двухсторонняя ткань идет здесь и стеганое покрывало. Евроразмерчик, который 2,50 на 2,60 будет стоить 300 лир. Покрывало гобеленовое 450 лир. Есть комплекты, где входят покрывало 2,50 на 2,60 размерчиками, плюс комплект постельного белья. Цена таких наборчиков есть по 850 лир и по 500 лир. Но цена, которая стоит 500 лир, отсутствует пододеяльник. Там будет покрывало, наволочки и простыня. Это считается как бы летний вариантик. Есть покрывало с комплектом постельного белья, который стоит 850 лир. Там будет полный комплект постельного белья. Это пододеяльник 2 на 2,20, простыня 2,40 на 2,60, 4 наволочки 50 на 70, плюс еще покрывало. Покрывало будет из ткани шинил. Постельное белье из ткани сатин и хлопок. У нас есть детское постельное белье, 100% хлопок, детская тематика, как для мальчиков, так и для девочек. Размерчиками постельного белья есть 160 на 2,20, это будет покрывало, 180 на 2,40 будет простыня и наволочка 50 на 70. Цена вот этих постельных белья будет 300 лир. Угу. Есть постельное белье для колыбельной кровати, где размер пододеяльника будет 100 на 2, простыня 120 на 180 и 2 наволочки 35 на 45. Детская тематика, очень много расцветочек, 100% хлопок. Также у нас есть простыни на резиночках размерчиками 100 на 102 и 150 на 160 на 2. Расцветочек очень много разных. Цена этих простыней размерами 160 на 2 будет 150 лир, размерами 100 на 2 будет 120 лир. Опять возвращаемся к халатам, 100% хлопок, вот они в открытом виде. Есть однотонные вот такие вот халаты, 150 лир, цветовая гамма большая. Однотонные, очень много расцветочек, 5-6 расцветочек. Вот такие в полосочку есть два цвета. Это будет красный и синий, синий женский. Синяя полосочка будет мужской халат. Вот такие вот халаты буклированные, тоже 5-6 расцветочек имеется. Цена вот этих халатов буклированных, 100% хлопок, 250 лир. Также у нас есть халаты, пляжные халаты, или как здесь в Турции их любят называются, они пиштемальные халаты. Нательное белье, то, что у нас есть в магазине, это пижамы, ночные сорочки, трусики женские. Цена трусиков от 15 лир и выше,
цена сорочек, сорочек 100% вискоза и 100% хлопок, цена их 150 лир и выше. Колеблются они от 150 и выше. Mm-hmm. Модельчик очень много разных. Есть на бретелечках, есть с рукавчиками. И цветовая гамма тоже очень большая. Есть цветные, есть однотонные модельки. В нашем магазине есть коврики для ванной комнатной. 100% хлопок размерами 100 на 150 идет для ванной комнаты. Второй размерчик будет 50 на 60, это для туалета. Стирается в стиральной машинке 30-40 градусов, не деформируется. Мягкие под ногами, очень и красиво. Цветовая гамма здесь большая. Есть расцветочек очень много разных. Есть с вышивкой, есть без вышивки. Также есть коврики для ванны, прорезиненные. Размер идет тот же самый, 100 на 60. Есть овальной формы, есть прямоугольной формы. Стирается, можно стирать спокойно в стиральной машинке 30-40 градусов. Расцветочек очень много. Цена вот этих вот ковриков идет 120 лир. Хлопковые коврики стоят 150 лир. Есть шляпы, женские шляпы. Размер, цена этих шляп будет 40 лир. Модельчик более 10 модельчик. Есть мужские кепочки, тоже более 10 модельчик. Цена этих кепок будет 35 лир. И детские шляпочки, детские панамчики. Цена этих шляп и панамок детских будет 35 лир. Пляжная обувь или шлепанцы 35-40 лир. Модельчик более 10 моделей разные. Гуля, спасибо вам большое за такой прекрасный подробный обзор. Друзья, я надеюсь, что у вас не осталось никаких вопросов по поводу домашнего текстиля, его качества, цен и так далее. Ну и, конечно же, приглашаем вас в магазин Esma.com, который находится в Махмутларе. Спасибо вам за внимание. Ждем вас в нашем магазине. Мы будем очень рады вас здесь увидеть. Да, всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию и в магазин Esma.com.